Добрый день, друзья! У нас сегодня замечательный день, потому что мы будем говорить о таком предмете, который не позволяет расслабиться. Мы будем говорить о цензуре. Причем мы будем говорить о цензуре с человеком, который очень хорошо знает, что такое цензура, с адвокатом Дмитрием Дубограевым. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, спасибо за приглашение. Спасибо, что пришли. Я могу сразу сказать, что Дмитрий нам не чужой человек, нам клуб «Континент». Он один из нас, хотя наблюдает за нами издалека, из Вашингтона, можно сказать. И когда мы говорим с адвокатом о проблемах, связанных с цензурой, то прежде всего я хочу сказать, что Дмитрий – это сам именно тот человек, который занимался нашим делом, когда наш канал был снесен с того места, где мы сейчас продолжаем вещать уже в другом канале. А снесен был просто так, потому что так надо было, потому что цензура и потому что факт-чекеры и много еще чего. А прошел год, канал не восстановили. Дмитрий, есть какие-то подробности вообще, что там у нас происходит? Потому что хотелось бы как-то отчитаться перед нашими зрителями. К сожалению, пока новостей хороших нет. Я думаю, что мы не сдаемся, мы будем продолжать их как бы стучать или там по голове им давать. Значит, смотрите, дело в том, что сейчас просто цензура, да, это практически является неким выплеском той политики, которая сейчас существует в государстве. То есть это скорее именно последствия того, куда идет наше государство. И, к сожалению, такие люди, как и компании, как Porsche, да, помогали Гитлеру, сейчас вот помогает новым коммунистам вот эти все Фейсбуки, Ютубы и все остальное. Поэтому, к сожалению, мы боремся в рамках той системы, которая есть, но, к сожалению, они меняют правила игры. Так что отчета пока хорошего нету, но надеюсь, что он будет. То есть у нас сейчас есть несколько примеров, когда нам удалось перебороть вот эту тройку коммунистическую, пусть там немножко там в других делах другие были последствия. Вот последним у нас как раз, надеемся, что не последним, а крайним случаем было как раз разблокировка там рок-группы, которая, в принципе, выступала против войны. И вот YouTube просто пришел и сказал, что вы нарушаете наши, значит, правила. Ну и, к сожалению, там после 4 попыток прений и как бы угроз, в том числе юридических, они даже вот, что бывает крайне редко, извинились за то, что ошибку сделали, и вернули ребят как раз назад на YouTube. Если кому интересно, это группа Integration называется. Они играют такой тяжелый металл, но вроде бы неплохие ребята с точки зрения их политики и там понимания. Ну и как бы люди делают свое дело, но опять-таки их заподозрили в том, в чем заподозрили и обвинили, и вынесли приговор в одном лице за то, что они как бы не делали. Так что, к сожалению, как бы, ну, по-белорусски, по-украински смагаемся, но пока как бы с переменным успехом. Вы говорите о успехе, вот, который с переменным успехом. У нас нет успеха, у нас из всех наших групп, скажем так, русскоязычных, консервативных, которые вещают на Ютубе в Соединенных Штатах Америки и Соединенных Штатах Америки, мы оказались единственными, которые пострадали, нам показали сначала вот эту черную метку, красную карточку, называйте как хотите, а потом все сняли и нас больше нет, не существовало. У нас год. И 4 месяца фактически прошли на то, чтобы с нуля начать собирать все. За это время изменились правила игры, изменились обстоятельства. И они написали тогда, что, я помню, вы нам присылали это письмо, что апелляция больше не подавайте. Такого плана. Это окончательное решение. Вот приговор – окончательное решение. Сейчас поменялись обстоятельства. Сейчас мы живем уже в то время, когда сегодня знаменательный, например, день. Сегодня осудили, мы говорим, что мы вещаем 11 июня.
Сегодня осужден Хантер Байден за то, за что в 2019 году забанили Нью-Йорк Пост, Твиттер Трампа, Твиттер Джулиани и еще сотни тысяч аккаунтов, в том числе мой тоже. И вот сейчас меняется взгляд, потому что уже дальше скрывать это нельзя. Как быть с судом над вот этими людьми, которые нам срывали и срывают выборы, которые участвуют в подрыве вообще страны, недоверие к власти, и вместе с тем выступают на стороне власти только однобоко, очень однобоко, только на демократической. Как вот с этим быть? Что можно предпринять и как с этим можно бороться, особенно в свете того, что сегодня уже произошло? Перевернулась карта? Да, это хороший, сложный вопрос, и, по идее, каждый из нас должен делать то, что мы можем делать, и не кривить душой, не продавать свою совесть. Может быть, в некоторой степени, наверное, совет пользоваться пока теми средствами, которые нам доступны, может быть, действовать более хитро с точки зрения тактики, да, то есть на самом деле у нас же получалось как, что многие десятилетия консерваторы, республиканцы и так далее делали свое дело, занимались своим делом и так далее, были менее активные фактически там в политической жизни. Типа я пошел, меня выбрали, но поправил немножко и ушел. Да. То есть мы видим, что среди демократов намного больше профессиональных именно политиков, которые кроме политики делать ничего не имеют, начиная от Хиллари. А, ну да, она еще этих насильников могла вытаскивать из тюрьмы. Значит, и профессиональная. И смысл такой, что помните, как Орвел сказал, что власть, она ради власти. Да? Пытка – это ради пытки. И как бы принижение свободы слова – это как раз ради подавления самой свободы слова. Тут нету как бы вторичной цели. Поэтому, наверное, совет. Во-первых, ну, Нью-Йорк и Калифорния уже проголосовали сильно. Да? То есть каждый из этих штатов потерял по одному представителю. Что это значит? Что это приблизительно население уменьшилось на 800 тысяч человек. Это первое голосование. Второе голосование, что многие бизнесы покидают те штаты, которые как бы следуют таким вот коммунистическим идеалам, тройкам и там всякие Элвин Браггс и все остальное. Значит, и я думаю, что мы должны, во-первых, делать свое дело. Но я долгое время отсутствовал как бы в интерес или в пространстве политики и так далее. Но я вижу, что ради наших детей, внуков, правнуков и так далее мы не можем стоять в стороне. То есть каждый из нас должен принимать активную позицию. Мы должны голосовать, мы должны не молчать, мы должны говорить, мы должны быть более активными. То есть, в принципе, даже, понимаете, смешно говорить, допустим, я часто там условно упираясь лбами с теми же самыми так называемыми хорошими русскими или хорошими белорусами, которые продолжают там условно тему, что Трамп это там продажный человек, и он там продался Путину там и так далее. То есть вот эти вот все левацкие вещи очень тяжело вылечиваются. И на самом деле нужно не трусить, нужно не молчать, нужно стараться людей переубеждать. И, опять-таки, каждый из нас может делать все, что делает. Но вот конкретно с континентом, я думаю, что надежда еще не потеряна. Во-первых, мы, я думаю, что сейчас, опять-таки, используя наш опыт и те болевые точки, которые мы смогли нащупать по другим делам и разблокировке, попробуем этими же болевыми точками как бы использовать и, наверное, может быть, применить здесь, вплоть до того, что были ссылки в наших перипетиях на Иисуса Христа, что даже у Иисуса Христа в то время, в поганские времена, была возможность защитить свои интересы и хотя бы услышать, в чем его обвиняют. А такую возможность континента как бы ну, не получил. Но мы посмотрим, что можно сделать, это раз. Но я думаю, что у нас есть два пути. Либо мы будем продолжать идти в эту пропасть и вернемся фактически в совок. Как бы мы уехали из совка, чтобы
приехать в эту страну и вернуться в нее же. Либо произойдет какие-то кардинальные изменения, наверное, новые выборы, и, наверное, будет изменение и юридической системы, опять-таки возврат к ее истокам. И если не люстрация, то во всяком случае исполнение законов так, как они должны исполняться, этот крен в эту сторону, он неизбежен. Иначе нас всех похоронят вот под этой красной лавиной. Красная имеется в виду коммунистическая, не да, красная коммунистическая лавина. Да, не с точки зрения выборов республиканской партии. Я, кстати, хочу напомнить, что Дмитрий Дубограев написал книгу «The Red New Deal. Новый красный курс», которая вот сколько уже, полгода тому назад она была напечатана. Ну да, но мы буквально недавно как раз запустили ее, и можно найти ее либо dubograev.com, либо rednewdeal.com. И как раз книга – это как бы изливание моей души, крика души, скажем, как раз про те вещи, те тенденции, которые происходят в Америке и которые, ну, нельзя допускать. То есть, несомненно, я пытаюсь без менторства и, наверное, без нравоучения показать все-таки новому поколению США, но оказалось, что я не учитывал, это не только США, но оказывается и там, и выходцам Советского Союза, что как бы коммунистическая как бы стезя, она очень опасна. И более того, она может быть незаметна, и это как та лягушка, которую варили 2 часа, поднимая потихонечку температуру, значит, она так и не смогла выпрыгнуть. И показать на контрастах, с одной стороны, с другой стороны, на неких параллелях происходящих событий, начиная там с 17-го года, там 20-е годы, 30-е годы, Советский Союз и все остальное, и те параллели, которые идут сейчас. То есть меня даже вот там, скажем, белорусы меня там ругали за то, что я, например, сравнивал тот же самый суд против Навального и суд против Трампа. Ну хорошо, одного осудили и в конце концов убили, другого осудили и тоже, ну, условно, там по коммерческим, абсолютно выдуманным мотивам и по выдуманным фактам фактически состряпали преступление. Ну, вот мы сейчас говорим о том, что есть степень, да. Да, одного бросили в российскую тюрьму, другого осудили по 34, значит, и уголовным пунктом, и еще и присудили там 450 миллионов за так называемое мошенничество, при котором ни один человек не потерял ни одного доллара. Поэтому, опять-таки, параллели, они сейчас в степени. И мы знаем, что когда рыба начинает гнить, она гниет быстро из головы и достигает как бы всего. Поэтому я попытался и здесь, пытаясь вот с вашей помощью и в выступлениях и так далее, поддержать как раз курс на то, что необходимо вернуться к истокам, с одной стороны, в Америке, и с другой стороны, убедить и украинцев, и белорусов, и хороших русских, там, если такие еще остались, с точки зрения того, что нужно концентрироваться не на добром Сталине и не на хорошем социализме, а нужно сконцентрироваться на свободе человека, а государство должно участвовать только в тех вещах, в которых оно должно участвовать. То есть это безопасность, как-то полицейские функции и так далее. Не лезть ни в экономику, желательно даже в образование и так далее. То есть, и поэтому, как бы, опять-таки, без нравоучения, пытаясь показать новому поколению и даже выходцам из Советского Союза, что возврат к социализму не приведет никогда к доброму Сталину, там, доброму Байдену, там, или еще кому-то и так далее. То есть вот в этом смысл. В всяком случае, я делаю то, что я могу. А вы сказали о добром Байдене, добром Сталине, все в одной, вот, знаете, как бы все добрые. У нас сейчас добрый Байден. Он настолько добрый, что... В кавычках. Да, да, ну, естественно, он настолько добрый, что он не пожалеет, конечно, своего политического оппонента. И вместе с тем он сказал, что он не будет... не будет прощать в случае обвинения своего сына.
Ну, как-то вообще не укладывается в голове это, потому что добрый папа все время говорил о том, что его сын невиновен, он бедный, его нужно пожалеть, он такой вот себя, он пытается из себя выдавить наркомана вот по капле, как раба. Это рабская зависимость. И не веришь ни одному слову, ни доброго папы, ни добрых тех, кто судит, и тех, кто выносит приговор. Потому что, мне кажется, у нас настолько вся судебная система накрылась медным тазом, вся юриспруденция, которая стала Ну, еще глубоко не вся, архи... не Ну, хороните. практически, может быть, я сейчас пытаюсь объяснить, потому что у нас адвокаты, и у нас прокуроры, и судьи, у нас сразу первое, он назначен Трампом, а этот назначен Байденом, а этот еще кем-то. Так у нас получается судебная система назначенцев по партийной линии идет или как? Или все-таки это государственные служащие, которые должны следовать Конституции Соединенных Штатов Америки? Ну, смотрите, во-первых, я надеюсь, что еще система не умерла до конца, и что у людей есть и честь, и совесть. Ну, конечно, не у таких людей, как там Алвин Брагг или там те же самые Фанни Уиллис там, и так далее. То есть это люди, которые совершенно ни совести, ни этики нету. И ну, вас банили раньше за упоминание там охотника, да? А сейчас нельзя упоминать это слово, которое пишется по-английски «капок», да? То есть вот тот человек, который покупает, напишите по-английски «капок», и поймете, о ком идет речь, который покупает прокуроров, ставит со всех сторон и так далее. То есть, и знаете, одна из вещей, которой я не отвечаю в своей книге, я ставлю больше вопросов, это почему он так действует? То есть человек, с одной стороны, прожил войну, ну, увлечен в том, что он как бы был коллаборационистом с нацистами в своем собственном интервью. И почему человек настолько богатый, но при этом пытается уничтожить западную цивилизацию. И вот одна из вещей, которая, может быть, в конце концов, я пришел к выводу, что такого рода люди, они пытаются быть теми самыми Савва Морозовыми, которые они заигрывают с революционерами, но надеюсь, что они же потом и будут теми самыми поводырями, то есть поводырями наверху, то есть будучи ты там популярным, непопулярным, неважно, но если ты создал структуру, уничтожил оппонентов, то тебя с власти уже никто сместить не может. И вот я раньше, честно говоря, думал, что больше это было такое, может, мотивация таких вот людей, она внутренняя. Ну, а тут, скорее всего, Макиавелли был более прав. То есть это чистая борьба за власть, понимая, что фундаментальная структура американского и правосудия, и судебной системы, правовой системы, она является не централизованной. То есть она как бы размыта между разными частями власти. А сейчас создается некая такая левая, единая коммунистическая партия, которая и начинает от реки до моря, и от судебных исков, и цензуры, и письмо 51-го разгневанного милиционера, да, который говорит, как так, вот нашли какой-то компьютер, и у него есть отметки или отпечатки русской, российской пропаганды. То есть мы возвращаемся в Советский Союз про письма рабочих о том, что они не читали, но осуждают Пастернака. То есть я, как оказалось, из тех 51, значит, ну, назовем их милиционерами, дабы в нашем, наверное, произношении с вами это называется американская гобня. То есть многие из них даже этого лаптопа не видели. Они просто взяли, подмахнули, подписали и сказали, а, это русская пропаганда. Да? Мы сейчас знаем, Его что... никто не видел, этот лэптоп никто не видел. Ну, как бы никто, я тоже в это не верю. То есть как бы один-два человека видели, отмахнулись от этого и фактически... И, кстати, почему-то прятать, значит, прятать свою связь с порноактрисой – это влияние на... значит, выборы. А вот прятать
лэптоп со связью с Батуриной, там, с казахскими, российскими, китайскими олигархами. И причем не просто, да, не просто как бы прятать или там влиять, или там, не знаю, звезда взрослого кино. А мы говорим о людях, которые работали в ФБР, в ЦРУ, в Совете Безопасности, и которые практически прогнули средства массовой информации, то, чтобы они похоронили правдивую и достоверную информацию, которая влияла огромнейшим образом на выборы. Вот как бы это вот система власти, которой мы, к сожалению, идем. Но не хороните все-таки судей. Я думаю, что юристы будут все-таки еще востребованы с этой точки зрения. Мы помним, что недавно даже, да, там, ну, надеюсь, что не последнее, одно из крайних дел, которое выиграл Трамп, было принято там 9-0. То есть я на самом деле даже говорил, там 8-1 будет, или господин Палант говорил, что будет там 6-3. Я тоже ошибся, но сказал 8-1, но оказалось 9-0 в нашу пользу. Поэтому даже те люди, которые, скажем, были назначены демократами в Верховном суде, все-таки есть некий предел, где, может быть, они понимают, что перейдя этот предел, они уничтожают, в принципе, и самих себя. То есть надеемся, что некоторое инстинкт самосохранения существует. Да? И это Вирджиния является прекрасным примером. То есть мы избрали Ямкина после того, как вот эти демократы совершенно с оторванной головой начали говорить, чтобы родители не вмешивались в образование детей. Да? И вот тут уже то, что называется по-английски «мама bear» проснулась и сказала: «Как так? Это мои дети, а вы будете мне рассказывать, что, чего, кого учить или не учить» и так далее. Поэтому вот мы избрали, наверное, одного из лучших губернаторов за все время, и я уверен, что или, там, не знаю, 28-й или там 32-й год, такому человеку, как Ямкин, надо будет идти и замещать Трампа на посту президента. Надеемся, что это вот как раз он покажет. Скажите, пожалуйста, я просто очень заинтересована, чтобы Ямкин опять победил, и все мои друзья, моих детей, это те люди, которые были в команде Ямкина. Да, и прекрасно. Он победить может. Молодые люди, кстати, молодые люди. Молодые. Да, в Вирджинии можно подряд один срок только быть. Я знаю, но что грядет в Вирджинии непосредственно? Я знаю, там у вас же теперь, собственно, Конгресс в Вирджинии, он же весь синий. Да, к сожалению, да, к сожалению, да. Ну, знаете, как так случилось? Как так произошло? Да, дело в том, что Вирджиния сам по себе штат довольно консервативный. Но в Северной Вирджинии здесь живет очень много бюрократов. Ну, давайте так откровенно назовем, это прикорытники. То есть люди, которые зависят от величины государства и продолжающегося его роста. Да. И это первое. А второе, дело в том, что вот то, от чего должны республиканцы отстать, это от абортов. Потому что аборты являются то, что называется единичный вопрос выборов. То есть как бы люди больше ни на что не смотрят. То есть очень многие по этому поводу чувствуют довольно-таки сильно. И если ты против абортов, значит, я буду голосовать против разрешения абортов. Значит, я буду голосовать про тебя. Неважно, ты там остановишь мировую войну, вылечишь рак или все что угодно. То есть, и поэтому вот республиканцы очень сильно проигрывают в этой войне. Я считаю, что Трамп, в принципе, правильно сделал, как бы и Трамп, и последователи Трампа, и Верховный суд, он сказал, что, знаете, что Roe vs. Wade, это дело, это вообще не дело государства, с одной стороны, и убрали это хотя бы с федерального уровня и послали это назад в Штаты. Но у меня нету, как бы, в одну сторону или в другую сильных там чувств, и тем более, как бы, мне кажется, тут действительно женщины должны решать больше, чем мужчины. Но при этом, как бы, мне кажется, вот эти все аборты и все остальное, это вещь, где политики вообще не должно быть. То есть тут туда не должно вмешиваться. И даже те религиозники, которые пытаются гоняться за тем, что они вроде, с одной стороны, там защищают жизнь, и это их религиозное чувство понятно. С другой стороны, ну, возьмите вон
эти бездомные дома там, да, или там в России, или в Украине, тогда, ну, и усыновляйте этих там бездомных детей и так далее. Поэтому, отвечая на наш вопрос, слишком длинно, юристы только дают ответить на короткий вопрос. Первая причина – это как бы государственная, а вторая причина – это вот как бы аборты. Если убрать аборты, то демократы не выиграют ни одних выборов как бы в Вирджинии фактически сейчас, как мне кажется. Смотрите, Вирджиния, которая уничтожает свою историю, вот просто на глазах, они вытирают все упоминания о, в общем-то, той же самой конфедерации, которая была, взяли, уничтожили, переписали историю. Новых героев поставили, все поставили. Но эта тенденция вообще характерна для всей страны. Я хочу вернуться к нашему Министерству юстиции. Не далее, как сегодня, Гарланд изрек такую, из себя выдавил статью, которая вышла, естественно, на такой помойке, как The Washington Post. Генеральный прокурор Мерик Гарланд забил тревогу по поводу нападок республиканцев на Министерство юстиции, назвал шквал необоснованных, в кавычках, обвинений опасным для нашей демократии. Каждый раз, когда я слышу в последнее время слово «демократия», мне хочется вспомнить о второй поправке. Потому что то, что творят демократы в своих подменах понятий и названиях, уже переступает всякую грань. Это пишет человек, которого слушали на прошлой неделе в Палате представителей, в судебном комитете. И этот человек, который просто лгал, молчал, смеялся цинично с законодателем. И у меня возникает вопрос, вот что делать с такими Гарландами, непотопляемыми? Ну, опять-таки, это замена политической системы, я имею в виду не даже замена политической системы, а замена ее наполнения. То есть, как бы, вот следующие выборы будут решающими. Я не знаю, я как-то был против люстрации. Да, и, в принципе, даже Германия выжила тем, что там у нее там треть всех судей поствоенной Германии были те же судьи, которые были в нацистской Германии. Но, знаете, мы приходим к тому, что в некоторой степени люстрация, вот, в данном сейчас положении, она практически неизбежна. Причем иллюстрация не по политическим там мотивам, не потому, что там кто-то что-то сказал или кто-то какие-то высказал мнения. Я к этому нормально отношусь, то есть как бы всем непописанному говорить, чтобы дурь каждого видна была. Но при этом, когда человек совершает подлог, когда человек работает в ФБР и говорит, что у меня есть запасной страховочный полис, если вдруг Трамп выиграет, то есть люди, которые фактически, это не свобода слова, это саботаж. А вот этих людей, во всяком случае, если не судить, то, ну, во всяком случае, увольнять как профессионально непригодных. Вы вспомните тот же Джеймс Коми. Меня спрашивают, каким образом... Значит, ФБР-агенты оказались в Белом доме. Говорит, ну, я их послал. Говорит, ну, если бы Белый дом был лучше организован, то нам бы это не удалось. А потому что Белый дом пришел человек, который не имеет политического капитала и политического опыта. Ну, я взял и послал двух человек. То есть человек сознается, что он высылает следить без ордера на арест, без ордера на обыск и так далее. Он следить за законно избранным президентом нашей страны. И при этом он усмехается, и все сидят, журналисты, никаких последующих вопросов, типа, ребята, а вот вы, господин Коми, вы не скажете, на сколько лет такая вот хитрость тянет в тюрьме? И поэтому, опять-таки, что делать? К сожалению, ничего нам не остается делать, только бороться, говорить, убеждать и не молчать. К сожалению, вот бороться с такими вещами, как Google, там, YouTube и так далее, возможно, нужно, и к этому придет. Да? Но, слава богу, Илон Маск там купил Twitter, хотя бы стала некоторая альтернатива. Потому что если бы еще и Твиттера не было бы, и не было бы свободы, это то, ну, вообще как бы тяжело. Может быть, можно не соглашаться с Илон Маском во многом там, и у человека все-таки есть некий
ну, с одной стороны, гений, с другой стороны, он, конечно, бросается там из стороны в сторону, но, опять-таки, все эти мнения должны быть слышаны, услышаны. И сейчас с этими людьми придется считаться в борьбе в ноябре, потому что я уверен, что честной борьбы в ноябре не будет. Но надеюсь, что у республиканцев найдет достаточно силы, достаточно, может быть, политической прозорливости, чтобы ответить тем же, чем пользовались демократы. Я понимаю, что сейчас у нас есть тема такая, что нельзя говорить о выборах, там, потому что опять получите там желтую или красную карточку, но даже без упоминания всех каруселей и всего остального, что люди делали, и статистической невозможности тех результатов, которые были достигнуты, да, то есть по письменным результатам, которые 98% идет за одного кандидата, статистически невозможно. То есть даже в России 87% идет. Мы говорим о том, что я надеюсь, что клин клина вышибает. Я надеюсь, что хотя бы если республиканцы не смогут нейтрализовать, то они могут хотя бы ответить тем же самым. То есть они, допустим, республиканцы проигнорировали письменный сбор ранних голосов, ну и вот и получили. Там и бюллетени, и все остальное. То есть, опять-таки, я надеюсь, что Макиавелли был прав, и что борьба за власть, она идет не только с левой стороны, но надеюсь, что и правые силы в какой-то степени это выучили. Вы знаете, они теоретики, вот правые в основном теоретики. Вы сказали, я надеюсь, если они выучили. Но судя по тому, что сейчас происходит у нас, судя по тому, как с опозданием они наблюдают за судилищем над Трампом, с какой-то такой оттяжкой, с надеждой, что все рассосется, с надеждой на правоту системы, которая, извините, течет. Как вот трубы протекают, так система вся потекла. Потому что достаточно было пережить 16-й год, 20-й год и убедиться, что вот как Бог любит Троицу, вот сейчас Троица 24, но мы видим направление движения, мы видим уже, знаете, вот это престидижитаторы, они уже работают, следите за руками. Эти руки должны проявиться обязательно во вбросе голосов, в голосовании по почте, в многих факторах. Но для того, чтобы они не проявились, надо раскрыть предыдущие схемы, которые убивали страну, которые привели к власти вот то, что они привели. И у них не вышло это в 16-м году. Они травили человека все годы его пребывания в Белом доме. Закончилось двумя импичментами, основанными на вранье, на лжесвидетельствах, на всем. Потому что цензура отработала. И когда вот эти огромные проценты, почти 70%, 68% американцев говорят о том, что если бы они знали, что вот то, что было с... Вообще то, что происходило с Хантером Байденом. Я говорю о лэптопе. Они бы голосовали против. Значит, мы сейчас говорим... Около 3% было доказано, что около 3% проголосовало, да, в другую сторону. А это разница в 6%. То есть 3 перекидываются в другую сторону. То есть мы сейчас наблюдаем вот это. И вот вчера апелляционный суд 5-го округа США принял то, что образовательный фонд Ассоциации американских врачей, вот тот самый американский фонд хирургов, сейчас возобновил иски группы врачей, связанных, по первой поправке, связанных с критикой Фаучи. Сейчас можно говорить уже о Фаучи, потому что Фаучи уже сидел и лгал в палате представителей. Они все лгут в палате представителей. Он цинично смеялся над теми, в общем-то, обвинениями, которые ему предъявляли. Он продолжает цинично насмехаться над всеми над нами, потому что 2020 и 2022, это два года, были вычеркнуты из жизни. С количеством смертей, зашкаливающих. От того, что никто не знал, что вкалывают. От того, что никто не знал, что это. Одна из причин нашего бана была вот именно вот эта причина, связанная со здоровьем и с тем, как распоряжаются нашим здоровьем те люди, которых мы не давали на это право. Сегодня мы наблюдаем очередную истерику и радость
от того, что Модерна, у них свой план есть, они выпускают очередной инструмент для подавления нашего здоровья. Я даже не называю, как это называется. Но они выпускают и без всякой практической проверки запускают это в мир людей, пока еще здоровых. Как быть с этим? Как быть с этой? Сейчас нет такой цензуры. Они просто делают то, что они хотят. Как этому противостоять? Да, очень больная тема для меня, потому что вот мы с супругой потеряли всех родителей фактически в течение 4 месяцев ковиду. И как раз это все та же самая цензура, потому что, опять-таки, разрешается ограничивать свободу слова, но нет такого понятия hate speech. То есть есть призывы к насилию, или есть вещи, которые ты говоришь, иди, там, не знаю, кушай яд, который призывает к каким-то там или насильственным действиям, или вредоносным. Но обсуждение, например, ношения маски, да, он же поменял 3 раза свое мнение. То есть, маски не нужны, маски критичные, там 6 метров, нужно 6 футов. То есть человек приходил и, понимаете, уповался своей властью. То есть, как бы немножко Трампа вина была такая, что, честно говоря, он как бы доверяет специалистам, ему сказали, вот, типа, доктор Фауст, назовем его, да, он является человеком, не только продавшим душу дьявола, но еще и специалистом. И вот этот Фауст начал уповаться, он же сам и есть science, он же сказал, что я наука. То есть, ну, более тщеславно, то есть мы говорим о том, что там у Трампа тщеславие, да, там зашкалено, хотя бы борется за Америку, он же не говорит «я Америка», да, тут человек пришел, сказал «я science, я наука». И этот человек просто брал факты, ну, то, что по-русски называется «от балды», без проверки, без ничего, и начинал разбрасываться. Самое страшное, конечно, что произошло из этого, это что вот было дано это доверие, и, может быть, немножко Трампа вина, что он как бы так фактически дал индульгенцию вот Фаучи, сказал, ну, раз ты science, значит, вот и распоряжайтесь. И не умеют распоряжаться люди, которые должны быть, с одной стороны, science, а science, что это такое прежде всего? Это science, это как раз доказывание каких-то постулатов на данный момент, которые считаются правдивыми, и потом они становятся ложными. И я помню, что один из случаев в истории, когда Эйнштейна на своей теории сказал, значит, ему пришло письмо, только не от КГБшников и не от ЦРУшников, как в данный момент, ему пришло письмо от 90 ученых, которые сказали, что ты не прав. Он сказал, значит, что если бы я был не прав, то достаточно было одного. Так и здесь. Получается, что человек, который управлял нашим здоровьем, просто раскидывался какими-то формулами влево-вправо, менял их на следующий день. И вот здесь, конечно, вот, ну, даже нельзя назвать Елена вашими коллегами, там журналисты, которые абсолютно это не отслеживали, а вот клевали на каждую новую утку, повторяли эту мантру. И, конечно, самая страшная мантра была, это когда нам сказали, что, помните, была такая фраза, что COVID – это болезнь невакцинированных. То есть эпидемия невакцинированных. То есть, с одной стороны, если есть мост, и ты говоришь, слушай, я не знаю, он надежный, там, он может свалиться, может не свалиться, давай это обсудим. И тебя за это банят. И тут выходит господин наука и говорит, ой, ты вот только уколешься, и этот мост бесплатный, это самый точно надежный. То есть ты фактически создаешь у человека чувство безопасности, где безопасности нет. Потому что мы все знали, там, через неделю после того, как была эта вакцина, что вакцина, она, может быть, уменьшает там последствия. Или, то есть она даже фактически сейчас один из судов признал, что то, что мы пользовались, не является само по себе вакциной.
То есть она, может быть, является даже таким полутерапевтическим средством, но вакцина – это предотвращающая там болезнь, да, полиомиелит там, или менингит, или все остальные вещи. При этом они запретили те лекарства, которые действительно работали. Да. Они запрещали вот эти цензуры. Мы сейчас подошли к цензуре, потому что не было бы вот этой цензуры. И вот такое понятие, как дезинформация. Ведь у нас постоянно, мы слышим, дезинформация. Ведь за что банят? За дезинформацию. Ну, Трюдо продвигает законопроект сейчас об онлайн-цензуре, чтобы защитить людей от дезинформации. Этим же занимаются все абсолютно факт-чекеры. Они защищают нас от дезинформации. Вернулись к Министерству правды, да. Да, мы вернулись к Министерству правды. Вы понимаете, они защищают нас от дезинформации. Возникает сразу логический вопрос. А ваши источники информации, позволяющие вам так безапелляционно говорить о дезинформации? У меня есть конституционное право на первое – услышать дезинформацию, и второе – выразить дезинформацию. Это и есть спор, тем более спор мнений. И опять-таки, если есть мост, и вы говорите, мост надежный, я говорю, слушайте, мост ненадежный. Значит, мы можем с вами поспорить, мы можем с вами предъявить претензии, мы можем предъявить какие-то, скажем так, цифры, аргументации в одну сторону или другую. Но когда выходит один, говорит, да, этот мост спокойный, проходите, он безопасный. Потом оказывается, что он небезопасный, раз. И второе, все журналисты, все медиа подтверждают его постулаты. И третье, мы не услышали ни извинения, мы не услышали практически никаких осуждений. Я не говорю даже там уголовных осуждений, мы даже не слышали осуждений моральных или этических, или социальных, которые сказали, слушайте, вот то, что вы нам впаривали, это была пурга. И из этой пурги умерло там миллионы людей. И мы не услышали. И вот это, конечно, я смотрел Фаучи, и, честно говоря, меня просто в ярость вводило. То есть человек врал, врет и продолжает врать, и продолжает себя считать таким неким ультрасвященным научным каким-то деятелем, который старался спасать людей, но на самом деле я думаю, что такие люди, как он, были фактически виновны в увеличении. Даже если мы говорим о том, не говоря о том, что фактически есть большие основания полагать, что те же самые финансирование американским правительством лабораторий, то, что называется gain of function, то есть увеличение функции вируса, якобы для борьбы, но при этом без мер безопасности, предотвращающего ту самую утечку, которой мы все и пострадали. То есть я думаю, что как раз вот таких людей надо будет именно получать уроки таковых вот действий и эти уроки предотвращать. То есть, понимаете, как есть такое, я вот в книге своей пишу, есть в левом движении и, в принципе, в науке есть такое понятие, как истократия. То есть она вот как раз и обозначает то, как она слышится на русском языке. То есть, либо ты как истократия, это фактически общество создано, при котором идет обратный отбор, именно селекция. То есть, когда наверх выдвигаются худшие, но наиболее лояльные. И причем, получая лояльные или там какие-то иные факторы, там, не знаю, количество гениталий или их смена, или их сменяемость, или там цвет кожи, или там кто кого и как любит. А чем отличается этот выбор у нас сейчас от выбора, который делает Путин? То есть Путин берет к себе более лояльных его идеологии, а тут мы придумали свои скрепы, которые называются DEI, то есть это Diversity, Equity and Inclusion. То есть не важно меритократия, не важно IQ, не важно твои какие-то достижения, умения и так далее. Самое главное, чтобы ты был очень диверсифицирован во всех смыслах слова. И посмотрите, кто нами управляет сейчас. Это же просто какой-то цирк. То есть как может быть страна,
и в мире сейчас идут несколько войн, при этом министр обороны идет на операцию, даже не предупреждает, не то что президент, он даже не предупреждает своих заместителей. То есть страна остается без министра обороны, и мы считаем, что это нормально. Это вообще, в какой книге это описать, кроме юмористической, и как бы не хвататься за сердце. То есть если они делают не то что промахи, это по-русски называется косяк. То есть это не косяк. То есть есть такой вот, я работаю на технологов, то есть технологические компании, есть такое понятие, да, это не баг, это фича. То есть это не баг какой-то в системе, это и есть ее основная качественная характеристика, что не имеет значения как бы причинно-следственные связи, не имеет значения свобода слова. А вот придумали дезинформацию. Смотрите, у нас какие есть лейблы. Дезинформация, расизм, inequality, потом что у нас там, окружающая среда. И это, помните, как мы вот росли в Советском Союзе, можно всегда бросить. Там буржуазия, а тут коммунизм. И это такая развесистая клюква у нас. Да. Ты просто бросил это вот и все. Ну, как вот тебе приходит, говорит, ты что против equity? То есть ты против равенства? А на самом деле идет заполнение другого. Да, ты что против коммунизма? А ты что против окружающей среды? Ты против лягушечек там или еще? И вот люди, которые бросаются вот этими большими как бы понятиями, и в том числе, кстати, очень много оппозиционеров, якобы оппозиционеров, и тех, которые вроде бы как сражаются с Путиным. Но я вот объясняю, что многие даже комментаторы русскоговорящие, понимаете, они борются с кашлем. А надо бороться с воспалением легких. То есть они вроде борются с какими-то проявлениями чего-то. И вот там не поставили оружие Украине. А почему не поставили? Ну, Трамп виноват. Ну да, 4 года у нас командующий, который предоставил значит, Путину большие цены на нефть, закрыл Keystone Pipeline, но открыл Nord Stream, запрещает бить по путинским НПЗ, задерживает подачу оружия, когда Украина идет в наступление, сидит на деньгах, которые уже выделены, и когда меня спрашивают, почему, то Госдеп и Министерство обороны говорят, мы uncomfortable. Мы говорим сейчас о судопроизводстве, да, и сколько я не читал законов, я ни разу не слышал как бы законную отмазку, которую, слушайте, вот, а почему вы это не сделали? Ну, мне uncomfortable. Ну, как, Конгресс выделил деньги на Украине, Байден сидит на этих деньгах, не выделяет, а виноват Трамп. Понимаете, то есть вот это... Ну, вот... это, знаете, это давно запущенное. Вы понимаете, когда запускается вот этот нарратив и определяется вот этот виновный, и когда идет просто уничтожение имени человека разными способами, один из приемов пропаганды работает, когда вот вас назвали полуфашистом, значит, вы полуфашист. Нет, главное закончить хуже, чем Гитлер. Ну, да. Мы же сейчас с вами говорим об одном и том же. Да, когда вы говорите DEI, а я все время вспоминаю Бердяева, потому что вы говорите о равенстве, которое у нас стало уравниловкой, не имеющей абсолютно никакого отношения к равенству. И Бердяев писал в конце 20-х о том, что уравнение всегда, уравнивание всегда идет по нижней линии. То есть, если вы хотите, чтобы бедный стал богатым, надо богатого сделать бедным. Если вы хотите, чтобы человек, интеллектуал, занял какое-то место, а там стоит уже какое-то другое назначение, с которым дурак, значит, надо уничтожить вот этого умного. И сейчас идет такой естественный отбор тех людей, которые могут думать, невзирая ни на что, в тех условиях, в которых мы находимся, и продолжать говорить правду, невзирая ни на что, на то, что может прийти какие-то неприятности, какие-то... Я не знаю, что может случиться, никто не знает. Но мы продолжаем... Поэтому социализм – это государство слабых, глупых и бедных людей.
То есть завершение было такое, да. Да, совершенно верно. Мы с вами об одном и том же говорим. И я, вы знаете, я всем рекомендую еще Ибсена почитать «Враг народа». Это пьеса, ну хотя бы почитайте ее. Там о большинстве и меньшинстве. Очень, очень рекомендую, естественно, книгу Дубограева. Тоже. Да, да, не забудьте это рекомендовать. А мы смотрите, на самом деле очень многие факты я тут собрал, и опять-таки я пытаюсь без менторства. Но, понимаете, меня очень напрягло тот факт, что большинство людей в США, особенно молодых, у них нет отрицательного восприятия социализма. То есть они бросаются вот этими словами, там, социализм, там, равенство и так далее. И вот одна из вещей, которые я там говорю, рассказываю, у меня и свои истории, анекдоты, и исторические ракурсы. Там было такое, что человек, помните, стоял за пивом, значит, очередь стояла. И вот, как в Советском Союзе, кто не знает, там стояли бочки пива, и, значит, и стояла большая очередь, кто там со стаканами, которые один раз мылись за день. И потом, и вдруг этот человек подходит к бочке и покупает эту бочку и говорит, вот всем пиво бесплатно. И тут проходит минуты 2, 3, 4, все начинают там толкаться, кто наливает литровую бочку, кто приходит с ведрами, кто побежал за соседями, кто за родственниками. И через 20 минут уже драка, все там не пьют пиво, а уже друг друга там бьют. И тут вызывают милицию и спрашивают, слушайте, а это сам что случилось? Он говорит, вот этот мужик, он купил пиво бесплатно всем. Они к нему подходят, говорят, слушай, ты что, что с тобой случилось, почему так? Он говорит, вы знаете, я, говорит, болен раком. И как бы и я решил посмотреть, я не доживу до коммунизма, вот я решил всем пиво купить и посмотреть, как будет выглядеть общество при коммунизме. Ну, говорит, я и насмотрелся. Поэтому то, что сейчас происходит не только за бочки за пиво, это происходит, к сожалению, вот в Вашингтоне, да, сейчас там, если они помешаны на этих, были декабристы, а сейчас на январских событиях, а то, что сейчас захватывает Вашингтон, расписывают статуи, бросают там бутылки в полицейских и так далее. То есть вот эта допустимость вот этих вот всех идиотов, которые там за Палестину, и, но в этих протестах ни разу я не видел ни одного плаката «Отпустите заложников». Вы знаете, я с вами поспорю по поводу идиотов. Они не идиоты, это враги. Хорошо тренированные, подготовленные, с промытыми мозгами, оплаченные враги. Они пришли сюда уничтожить нас с вами. Они пришли сюда занять наше место. И я могу одно сказать. Я наблюдаю за всеми этими делами, которые они творят. Там полиция ничего не сделала. Ей не дали ничего делать, ей просто не дали приказ. Хотя повод сейчас был ввести Национальную гвардию. Потому что это уже чрезвычайное положение. И введение Национальной гвардии. Но что-то я не припомню, чтобы кто-то... Но это все началось, как, кстати, извините, началось при Байдене. То есть как при Байдене и Обаме. Первый-второй срок. То есть когда, помните, была ситуация, когда полицейский застрелил там человека, который... Значит, преступник брал полицейского, бил головой его об асфальт, тот уже из последних сил пистолет и выстрелил. И Обама что сказал? Ну, этот человек мог быть моим сыном. То есть твоим сыном, и без относительно цвета кожи, твоим сыном мог быть преступник? Так где у нас право на самозащиту, да? То есть мы как страна не защищаемся. Мы не защищаем и не помогаем Украине. То, что мы помогаем, это не считается помощью. Это просто сейчас Украина выживает фактически на геройстве как бы солдата. То, что мы даем, это ну, мизер по сравнению с этим. Хотя, конечно, тут вина, и я в каждой передаче не могу не сказать, ребята, мы должны пропагандировать ленд-лиз. Ленд-лиз – это то, что убило и победило Гитлера. Не сила государства, а сила частного сектора. Вот что украинцы не понимают, это что вместо того, чтобы стучаться, ой, дайте, пожалуйста, милостыню и так далее, вы получаете кредит, открываете двери ногой, причем даже не вы сами открываете, вы получаете лоббистов в виде Lockheed Martin, Pratt & Whitney, там, BA и так далее, остальных
производителей оружия, которые, о, у нас тут Украина пришла с кредитом, а вот мы сейчас все выпустим. В 1941 году первые самолеты, первые поставки в Советский Союз были в ноябре 1941 года. Это в 1941 году, без логистики, без ничего и так далее. У нас уже два года мы ведем рассказ, сказки, байки про F-16, про атакамсы там, и так далее. Но это же позор. Это не мы ведем, Дмитрий, я категорически против. Это не мы ведем. Это администрация Байдена идет. При абсолютно. Этом, ну, я имею в виду, мы западный мир. Я как бы, к сожалению, если да. Россияне там виноваты в войне, то мы виноваты все в том, что Америка делает с Украиной. А поэтому как бы я коллективно ответственность беру часть на себя и много говорю, что я против этой позиции. И, к сожалению, вот здесь большая вина украинцев, которые саботировали ленд-лиз с самого начала. Зачем нам идет ленд-лиз, если нам все дают на халяву? Халява заканчивается, хватит этого совка. Берите кредит, открывайте ногой двери производителей оружия и дайте пинка этому окурку до самого Кремля. И вот ваш выход. Вы не победите с Байденом, потому что он будет продолжать сидеть некомфортно в своих подгузниках на тех самых миллиардах долларов, которые уже выделены. Поэтому я, наверное, тут наговорил, что вас опять забанят. Да, и даже не думайте, только позитив, только позитив. Абсолютно. Но только позитив мы выиграем, но только таким путем. Вы знаете, я хочу вам сказать, Украина – это особая боль, особенно у меня, поскольку я киевлянка, и столько, сколько мы говорим об этом, сколько мы помогаем и делаем. У меня в четверг очередная передача с Оксаной Давыдой. Мы возвращаем украиноязычный сегмент. Наш глобус Украины будет о наших бедах, о наших американских в контексте Украины и Украины в контексте Америки и всей Европы. Я очень рада, что мы наконец-то по прошествии полугода нашли время пообщаться с Дмитрием Дубограевым, который замечательный адвокат, корпоративный адвокат, он хорошо знает изнутри, что происходит там. Я хотела сегодня поговорить еще об искусственном интеллекте, но это мы сделаем в следующий раз. Потому что искусственный интеллект можно использовать как во благо человека, так и во вред. И кто будет проверять тогда и цензурировать то, что нам выдаст искусственный интеллект? И кто у нас будет являться, скажем так, автором интеллектуальной собственности, которая будет выдаваться в виде истины в последней инстанции? Но об этом мы сделаем передачу в следующий раз. Еще раз напоминаю, вы на канале «Континент». Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, распространяйте наше видео. Ну, а я беру слово с Дмитрием, что скоро мы опять посидим и поговорим. Обязательно, обязательно. Да, слава Украине, живее Беларусь, и Путин корабль. Ну, еще «Ам Исраэль Хай» мы всегда напоминаем, потому что у меня здесь три флага – американский, украинский и израильский. Это вот как раз… Поддержу Израиль всеми силами. К сожалению, я говорю, если кто и влез ко мне, так и тот татарин, но я очень симпатизирую этой стране и нации, и надеюсь, что… как бы они победят в своей неравной борьбе. И вот Украине стоит пересмотреть вот эти всякие заявления по поводу того, что они сейчас делают с Израилем. И нельзя быть добрым всем и всея. Нужно выбирать между злом и добром. К сожалению, у нас сейчас бинарный выбор, и мы должны делать этот выбор правильно, в том числе и Украина. Для того, чтобы победить зло, добро должно быть с кулаками. Мы стараемся быть добрыми, с кулаками, всегда заряженными на позитив. Оставайтесь с нами. Всех благ. До свидания. Спасибо.